Ребятки, всем привет, с вами Александр. В общем-то, ну, давайте будем что-то пробовать режим сценария. Не знаю, не хочется особо заморачиваться. 9 боев, ну, это надо разделять на две части, потому что, да, я думаю, мы еще где-то и запоримся, наверное. Так, берем, конечно же, тут прям не знаю, кого взять. Пирораптор тоже неплохо. Пирораптор с будет бить примерно так же. Ну ладно, пусть будет летун. Летун, потом давайте. Травоядный, напротив травоядного нужен еще один травоядный. Вот этот. Ну все, отлично. Здесь должны побеждать. Каких-то там нареканий нет. Бояться вроде нам некого. Ух ты, блин, гацептерикс, какой гигантский. Так, ударил нас. И, к сожалению, второй удар мы выдержать не сможем. Там уменяемся. А жирный-то, топижара жирненькая. Бьет на 2. Ну все, тут и каюк. Но мне придется бить на 3. Блин, так непривычно, да, играть у динозавриками, которые такие слабые. Потому что нам постоянно приходится драться с приатродонами, стопозаврами и индоминусами 30-40 уровней. Так, бьет на все 3. Поразил. Ну, как раз открылся для Гацептерикса. А следующий у нас носовый цератопс, который сейчас протаранит Бонитозауру. А я убиваю ее за 4 удара, значит, можно просто проатаковать на все 4. Ну, по-быстрому разобрались. Первую карточку заработали. Это у нас кто? Ускоритель эволюции набор называется. Следующий у нас... Ага, редкий ускоритель. Это все у нас ускорители эволюции. Там что? Там, наверное, там два. Два должно быть динозаврика, мне так кажется. Так, кто у нас здесь самый сильный? Самый сильный у нас Джунгариптер. Так. Берем вот так. Берем вот так. И нужен нам амфибия. Амфибия. Но Нондазур здесь самый сильный. А у него самый сильный Джунгариптер. Возьмем тогда аргентинозавра. Ну, блин, может и зря его взял. Так, ну можно пока постоять, он как бы просто так нас не убьет. Поставил 2 в защиту. Трусишка. И проатаковал. Так, так, так. Один, два. Подождите, у него оставался 1 балл. 2 в защиту, у него было 2, атаковал он на 1. Блин, вылетело с головы, ну что ты будешь делать? Лишний балл потратим.
Ой, какой дохленький гигантозавр. Нифига у него не оставалось. Он подменился. У него осталось два. Теперь у него осталось два. Ну, может, не поставил же их в защиту? Ха, не поставил. Ну, сейчас гигантозаврик съест, конечно, нашего аргентинозавра с удовольствием. За два удара. Но нам переживать нечего. Классно я его разбил. А! Хорошие картиночки. Блин, ну они начали реально двигаться резче. Я тут немножко по скриншотчику, не против? Давай, поднимай свою голову. Вот так. Ну все. Это были вопросы последние минутки. Дадим ему немножко покричать. Ну, пока идет все по маслу, сложностей у нас не возникало. Но это всего лишь два боя, еще 7 впереди. Идем дальше. Так, кто у нас здесь самый сильный? Самый сильный у нас здесь летун. Так. Блин, ну совсем как-то нехорошо. Так, и мясоед, да? Ну, все в порядке. Все в порядке. Вроде как у нас. Это у нас там аэротитан, который открывался нам на 70 уровне. Два в защиту. Снова два. И решил смениться, остался у него один. Мне тоже пора меняться и атаковать его на... Раз, два, три, четыре. А он не поставил защиту. Вот гаденыш. Ну, был аэротитан и не стал. Так, теперь 4 балла. Ну, сейчас как раз на 4. Не, на 3 все-таки. Хватило троих. Мне нужно атаковать его на 2. Ать, двать. Блин, красиво так выглядит. 5 атаковал на 3 и не добил. Вот не задача. Блин, красиво. Вот смотрю просто на новом экране с максимальными настройками графики. Блин, ну классно все смотрится. Смотрится классно. Да, на каком-то там iPad с дисплеем Retina там 2500 вообще будут зачетно смотреться. Вуаля, третий бой. Идем дальше. Кто здесь самый сильный? Сразу задаем вопрос. И это Чедзенгоптер, самый сильный здесь. Давайте сделаем вот так. Вот так. И вот так. Даже не глядя, класснул на Раптора, и это было правильно. Ну, это вообще легкий, легче не придумаешь. Ай-яй-яй-яй. Вот зря, да? Так бы за два удара убил, а так придется бить еще два.
Калозавр против анкилозавра. Вот это битва. Три балла в защиту. Молодец. Так, раз, два. Раз, два. Ну, думаю, так. И не зря. И не зря, и не зря. Сейчас, конечно, Галимим сможет нас завалить, потратив ему практически все свои баллы. Но 4 не должно хватить. У него 6 было. Вот как раз. Ну, не знаю, чего он ждал. Раптор сейчас его съест. Ну, насколько я помню, вот в таких режимах сценариях там часто бывает последний бой, вот. Очень такой какой-то сложный. Мне везло, последних раза 3, наверное, дрался. Я вот просто шел, не рассчитывая на победу, я так и говорил об этом. Но как-то каким-то нам везло. Так, а мы тем временем, да-да-да, получили 4-й супер редкий набор ускорителя эволюции. И идем дальше. Кто здесь самый сильный? Это спинозавр. Спинозавр здесь самый сильный. И нам, естественно, нужно брать побольше амфибий. Так, ну здесь надо брать танка. И амфибию. Ну, погнали. Значит, здесь нужно вовремя подмениться. Блин, не очень прикольно. Он за 2 удара меня просто убивал бы. Ну, сейчас проатакует. Нет. Ну, 2 не страшно, а 3 убьет. Сменился 1. Они не помещаются на экране. Они просто заглядывают друг другу в рот, ребята. Как раз. Ах, фартануло нам. Нам немножко фартануло. Ну, за 3 не сможет. 2 может. Атакует на 2. Так, а сможет ли суперзавр его повалить? 3, 4 даже. Так, а давайте так. Что-то мне показалось, что у него должен был оставаться 1 балл. За 2, по-моему, не получается. 3 бьет на 3, да, значит, мы победили. Потому что мы его за 2 съедим. Этот бой был уже посложнее немножко. Какой-то, я бы сказал, немножко непонятно для меня. Та-дам! 5 побед. О, появился апатозавр. Да чем я его должен сразить? Ну, честно говоря, что-то непонятное здесь происходит.
Странно, я не скажу, что у нас слабые динозавры, но... Но непонятно. Как-то непонятно. Так, ну тиранозавром я буду убивать кицекатно. А этот будет сидеть, наверное, в глухой защите? Нет. Сейчас появится апатозавр. Ну, у него слабые удары, конечно, у апатозавра, но... Ух ты, о, так он маленький. Он просто против. Он бьет на все шесть, наверное. Так, делаем вот так. Раз, два, три. И все. Ну, такой мелкий, он даже ему до шеи не допрыгнул. Так, ну все, разобрались. Целых три удара. Давайте вызовем тиранозавра. Пусть он своими метровыми когтями поработает. Так, 6 боев. Ну, смотрите, ребята, нормально идет, как говорится. Ладно, попытаемся тогда снять уже полную серию. Так, ну, самый сильный Метун. Однозначно. И... Летун. Но здесь вообще все легко. У нас все три динозавра имеют преимущество. У него нет никого такого суперсильного. Бьет на 2. Хорошо. Бью на 1. У нас там Птеродоустра. Птеранодон. Ну, на самом деле, мастодонтозавр вообще тут тоже как бы может всех съесть. Вообще идеально, как раз два удара нужно было. Ничего себе, одним мастодонзавром прошли. Незаметно, просто незаметно. Этого боя как будто бы не было. Главное, чтобы последний бой не был таким, только в обратную сторону. Так, два боя осталось, ребята. Два боя. И тут печаль. Тут какая-то печаль. Да, а чем я буду убивать? Скажите, пожалуйста, птеродактиля. Птеродактиля. Блин, знал бы, взял бы амфибию. Так он же меня сейчас завалит. Вот это да! Вот это жесть! Вот это мы, ребята, и пролетели с вами. По-идиотски получилось, согласен.
Ну, я уже ничего не могу сделать. Мне надо было не подменяться. Я его случайно убил. Пять атакует на три. Ну, у нас мизерные шансы на победу есть, конечно. Ну, вот такая была вселенская глупость. Ну, все, не он. Оу. Я уже вообще-то все. У нас еще есть шанс. Блин, а ну вот, вот знал бы, что у него будет удар 134, я перестраховался. Ну, 4, наверное, поставил защиту. Нет! Ребята, все дружно поставили палец вверх. Скинулись по доллару. За такой фарт, как нам фартануло. Ух. Итак, конечно же, берем вот так. Вот так. Так и знал. Вот так и знал, что так будет. Надо было брать птеродактиль. Наверное. Ну, не будем бить. Сколько мы можем выдержать? Три удара не факт. Так. Теперь наша очередь. Атаковать. Идет такой размен, как сказать, по разам. Бьет на один. Я предпочту сделать вот так. Они друг друга будут долго мусолить. У них удар слабый, а жизни много. Ну, давайте вот так попробуем. Ну, неплохо мы попробовали, я вам скажу. Ну, 6-7, как он нас завалит, конечно. Но у него по нулям. Это значит, мы прошли дальше. Видно разница, насколько лучше нарисован урхозавр, чем саркозавр. Ой, жопу сфотографировал. О, вот так теперь нормально получилось. Что-то мне кажется, что урхозавр маленький. По-моему, стегозавр был самым большим из своих представителей. Стегозавр. О, все, ребятки, мы победили. 25 минут. Я думал, нам еще один бой. 10 тысяч генов и 2 тиранозавра, ребята. Юху! Ух, круто, в общем-то. Обязательно поставить палец вверх и провести за ухо еще одного нового подписчика на канал. До новых встреч!